Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Известная тележурналистка и ведущая Ольга Скобеева стала популярна в основном благодаря своим скандальным и резонансным репортажам. Уже в студенческие годы Ольга подрабатывала в программе «Вести». Синдром отличницы не покидал ее ни на минуту, и за что бы она ни взялась, в любом деле отличалась въедливостью и настырностью. С 2016 года Ольга ведет дискуссионную программу «60 минут». Манера подачи информации у Скобеевой, мягко говоря, хромает, она всегда жесткая, а порой и агрессивная. Хоть это и делает ведущую узнаваемой, но явно не красит Ольгу как женщину. Что касается личной жизни, то мужем Ольги стал коллега по цеху Евгений Попов. Муж, как и супруга, настоящий трудоголик, поэтому и свадьбу пара откладывала несколько раз из-за неотложных репортажей. Евгений является ведущим супруги в программе «60 минут». В 2014 году в семье родился сын Захар, но даже он не заставил мать сделать перерыв в карьере. Ольга очень быстро вернулась в рабочий режим, вручив ребенка на воспитание бабушке. Сегодня у Скобеевой лучшее время в карьере, и она не планирует менять амплуа. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.